Ну что, 2 февраля сегодня, 2014 года. Команда готова, мы поехали смотреть 4 места. Первое из нас, из этих мест, Fireland Village. Такая волшебная деревня, где в каждом доме оживает какая-то сказка. Навигатор настроен, 1:05 нам ехать минимум. Ну что, как, борт-инженер? Поехали? Да. Да, поехали. Направо туда выйдем сейчас. Любимый тоннель. Это мы приехали в Лабердаль или Лабердаль, как это, не знаю, как называется, это столица этой Сабердии. Говорят, что тут совсем недалеко уже поворот в нашу деревню чудную. Нет? Да. Не знаю. Ты говоришь, там, где дяди вот эти? Ух ты, какая интересная.
пешком нужно идти. А, нет. Да, давай закрывай, наверное. Угу. Вот мы прибыли в этот Pilot Village. Вот такие тут солдаты стоят. Смешные, напоминают щелкунчик. Забор. Вот такие столбы, как маяки. Два маяка. Где же папи? Сейчас, Валер. Saturday and Sunday. С 10 до 5 p.m. Holiday. Угу. Ну что, сейчас пойдем посмотрим, что это такое. Сейчас я тебе дам попить. Ну, ландшафт тут не очень впечатляющий. Окружение. Наверное, сама по себе природа здесь достаточно тривиальная. А вот деревня или village что-то из себя представляет. Ну что, такие сосны здесь высокие. Идем посмотрим, Олег. Да? Идем? Мы уже пришли. Вот они. Вот видишь, вот central office of this village. О. Написано, что ни ответственность никакую не несут. Вот он. О, мы пришли, Валер. Интересное такое. О, Валер, смотри, какая тут игра, Валер. In here. Come here. Смотри, игра какая интересная. Идем. Ну давай уже быстрее, ну что ты уже два шага прошел, уже не можешь. Это гейм такой. Это что такое? Не знаю, какая-то игра. Это барбекю. Это чей-то домик смешной такой. Прикольный. А похож на какой-то, да. Можно пойти? Нет, сюда видишь, видно, что нельзя. А мы сейчас пойдем туда, посмотрим. Тут говорят, можно зайти будет. О, Шрек. Или еще там кто. Так, какие-то странные окошки. Угу. Вот она. Это деревня, вход сюда. Но пока он закрыт за забором, мы ждем, пока кто-нибудь подойдет. Вот, решили хотя бы панораму снять. Я пока буду пробовать открывать. Не надо, Валер, не надо, ты не откроешь его. Там замочек висит. Да, интересно. Бревенчатый дом прям как в России стоит. Все такое загадочное. Вон какой купол с елочными игрушками висит. Лампочки здесь какие-то цветные. Service. Окей, будем ждать. Не слабо. Угу. Ага, во, давай. Ну и ладно. А, так и нужно. Отсюда туда, Валер. Правильно, правильно в это. Нужно попасть в эти ворота. Ага. Тут оказалось открыто. Мы решили не ждать, а поискать, где тут кто-нибудь есть. Вот тут такое странное здание.
камином, со всем этим самым, да? И там есть дырочки какие-то, можно посмотреть. Ну, мы это делать не будем, мы пойдем поищем кого-нибудь. Кто-нибудь есть? О, тут есть пришли. Второе, да. Пошли. Да? Вот. Угу. Не знаю, сколько домиков тут интересных. Крошечные какие-то, как бани стоят. Леточка, дай мне мою шапочку. Тут две шапки, по-моему, слишком для тебя много. Да. Давай пойдем посмотрим сюда. Да, это диковинный пионерский лагерь. Где дядя карточки? А тут закрыто. Window frame. Вот, смотри. For the, слышишь, написано push the button on the window frame. Push. This one? Да, да, push. This one? Ага. Не работает? Еще раз. Чиполлино. О, Буратино или не знаю, кто это? Фея какая-то. Пиноккио. Буратино, точно. Ну что, идем дальше? Раунд. Да, пахнет хвоей, прям действительно как пионерский лагерь. Три поросенка, давай, вот такой домик. Нажмем. Припикс. Все? На него? Ты глянь, какая площадка интересная, действительно. А как пойти на его? А, не знаю. Где-то карточки сейчас попробуем найти. Как сюда забраться? Любопытно. Лестницы нет. Вон еще сколько домиков есть. Классно. Идем. Yes. What is this? Что это такое? Что за сказка это? Нажать? Давай, да. Маша и медведи, что ли? Нажал? Да. Плохо нажал, еще раз нажми. Что-то похоже не работает. Goldilocks was walking in the woods and came. Еще раз. She smelled the porridge calling by. She sat on Father Bear's chair, but it was too hard. She sat on Mother Bear's chair, but it was too soft. So she sat on baby. Ну ладно, неплохо. Ну что, туда пойдем дальше? Идем, Валер, дальше. Вон сколько этих домов здесь. Идем сюда, на обратном пути. Посмотрим эту. Я не знаю. Ну точно русская баня. Нажимать и держать. О, видишь, что-то он такое там делает. Прижет пряжу. Да. Плохо, что видно. Не очень хорошо. Идем дальше. Вот, а вон красная кнопочка. Вон, красная, красная, нажимай. Сильнее, ну что ты? Сильнее нажимаю. Вон, видишь? Гномики.
Ну что, идем дальше? Вон туда. Давай побыстрее. А вот дяди эти самые. Вот они, дяди карточки. Вот они. Видишь? Вот они. Мы обязательно сфотографируемся возле них. Они, по-моему, ничего не делают, они просто стоят. Это, наверное, Алиса в стране чудес. Ну что, да, это он. Давай, нажимай, давай я лучше нажму. Где кнопка? Alice and Wonderland. Есть. Вот кнопочка. О, видишь, Алиса разливает чайник. Сидит, не знаю, кто это. Ух ты. Блин, как живая. Да, Валя? Да. Попугай. Ну, чеширский кот, я не скажу, это какой-то заяц. Ау. Ну что, давай сфотографируем. Идем посмотрим. Идем посмотрим. О, сноумен, Валера. Сноумен. Что батон? Снова вот батон. Нажимай. Oh, hello. You're probably here about the story. Elves love to tell stories. But you didn't know that about elves, did you? Oh, что-то поднимает, опускает. Another interesting elfism. Santa's workshop. There are only three jobs available to an elf. О, подарки едут. First is making shoes at night while you know the old cobbler's sleeping. Тебе нравится здесь, что ли? But the third job, some call it the show, or the big dance. It's the profession that every elf aspires to. И часы на январь показывают. Ай-яй, аж сейчас уже февраль. Непорядок. Вон сколько там еще этих домишек. Да, тут вниз идет немножечко дорога. И здесь есть, и здесь. Смотри, какая телега здесь, Валер. Какая телега здесь. Да. И домик классный. Нажимай, Валер. Батон? Может быть здесь? Oh, there it is. Давай, жми. Что это такое? Что-то странное, вон что-то там шевелится. Какой-то узник. Ага. Видишь? Узник. Hansen and Gretel. О. Китен какой-то. Ну все, идем в другую. Идем туда, быстренько. Можешь бегать, Валер? Да. Давай. По-быстрому туда. И нажимай на кнопочку. Вон кнопочка, видишь? Нажимай, нажимай. Нажал? Да, все, все, нажал. Золушка, наверное. Ничего не предвидится. Да, скорее всего, да, Синдерелла точно. Синдерелла's three ugly sisters had gone to the ball. How she wished that she could also go. Вот, see? Was left to wash the dishes, scrub the floor and clean. Ничего не движется, но сверкает этот вот. Magic wand. Видишь, вон, magic wand. Magic wand. Да. Wow. Вот домик Синдереллы такой. С тележкой. О! Подожди, Валер. О. Не знаю, кто это. Где кнопочка? Кнопочка. Ну, any button. Frog prince. Dad, this is a wishing well. This yes. is a wishing well. Это колодец, Валер. Идем. Ну, какие тут машрумсы, грибочки.
Mushrooms. О, а там открывается дверка, нет? Ай. Попугай с нами разговаривает. Hello. 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 Ух ты, смотри, говорящий попугай. Hi, hello. How are you? Hello. 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 How are you today? Hello. 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 Скажи ему. Hello, скажи ему hello. 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 How are you? Hi. Hello. Не хватит он. Hello. Ладно, идем. Идем, он скажет. Валера, нам некогда. Мы должны еще сколько еще. А это аисты. Аисты, видишь? Вот они такие. Ну что, идем к машине. Назад. Вниз. И сосны здесь вообще просто класс. Высокие, высокие. Все? Тебе понравилось, Валер? Да. Интересно здесь. Да. Попугай самый смешной. А вот без попугая вот согласен. Смотри, какая баттерфляй большая летает. Где? Ну что, мы в Бёрдвуде. Сейчас пойдем вот туда, написано Национальный музей автомобилей. Валер, давай, ходи. И закрывай, закрывай. Пошли. Захлопнул? Да. Окей, идем. Побыстрее, пожалуйста. Времени очень-очень-очень мало. Вот какое красивое здание. На тюрьму похоже. С трубой. Ну, а мы направляемся к музею, да. Museum. Если он еще работает. Ну, заходи. О, как тут прохладненько внутри, на территории музея. Ну что, мы купили билетики. Начали свой осмотр. О, какие здесь есть экземпляры. О, какие старые, да, Валер? О, какая, посмотри, Валер, вот эта вот, голубая. Отреставрировали. Вон, смотри, small one. Иди к ним, иди к ним. А, нет, нельзя, туда нельзя. Смотри, маленький, Валер, идем, 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 идем. Харяп. Ага. А вот мотоциклы, смотри. Мотоциклы разные, разные, разные всякие. Сакаки, как это говоришь. Говорил, когда был маленький. О, какая машина. Холден. Вот это была. Смотри, какая шикарная. Да, они нам не продаются, наверное. Валер, нравится тебе такая машина? Да, я хочу. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ох, там вообще салонище. Класс. О, с той стороны встань и посмотри. А, ку-ку, Валер, быстренько сюда иди. Сюда иди. О. Туда, с той стороны, Валер, с той стороны. О, ну как тебе этот руль? Нравится? Класс, машина супер. Я вижу. О, смотри, это летающая машина. А вот, посмотри, какая, Валер, смотри, какая. Иди сюда, come here. Look at this one. Hold on. А цвет какой, посмотри, Валер. Это спортивная машина. Угу. Давай, давай, иди назад, 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 сюда, посмотри. Какой багажник смешной.
Ну иди к ней, к машине. Как он открывается? Постой, пожалуйста. Угу. О, мы пришли в зал, где большой такой трак стоит. Ровный, гигантский. Лер, давай обойдем раунд все это дело. Вот еще какие-то старинные, на Запорожец похожие. Ух, ну колеса, конечно, здесь. Ага, о, какая в газетах, смотри, машина. Вот. Да. Надо почитать. Идем, идем. Вот военные машины. Да, какие старые. О, какая вообще древняя. Вон Австралия. Да, вот Австралия нарисована. Да, старинная австралийская машина. А мы где-то вот здесь. Да, 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 мы где-то вот здесь, Валер, правильно. Вот на УАЗ напоминает. Ну, очень похож на УАЗ. О, какая, какая морда у нее страшная. Какой бас. Ага, а это что? Ой, шапочка упала. А, вот это. А, да. Бас какой, ух ты, смотри, как сохранился. Неплохо. О, какая машина, смотри. Такие колесные арки, Валер. Супер просто. Подожди, Валер, идем-ка еще сюда немножко. О, какие прям, чуть ли не на конной тяге. Посмотри, Валер. Идем. Смотри, какие. Валер, ты такие видел? О, а вот это что? С флагом австралийским. Как палатка на колесах, да? Нет, порван. Да, все порвано. А он на трех колесах. Глянь, машина-телефон. Вон. А вот смотри, три колеса, да. Мотороллер. Моторола. А тут уже более-менее такое все иногда узнаваемое. Олег, идем сфотографируемся. Таких машин всего три, написано. Классная машина. Олег, куда пошел? Сюда, на место. О, идем сюда. Идем сюда, идем сюда. Вон, смотри, какая. Это почти как моя, да? Да. Только без крыши. Да. Да? Зеленая. Я увидел. А вот смотри, какая интересная. Похоже, что 4 лампы. Ага. Да, папа? Ну что, идем. City Bus. Это City Bus. Да? Папа, я увидел классную машину. О, смотри, двухэтажный он. Сверху, видишь, сиденье. Класс. Fire engine. Это не racing car. А, да, это racing car, правильно. Ух ты. Вот это, да, это настоящая racing car. Не игрушечная, а настоящая. Пластик. Ага. Пластик? Пластик, это, да, это модель. Это не настоящая. Ну что, Валер, идем туда, посмотрим еще. Вон, смотри. Машинка сидит. Иди сюда. О, смотри, видишь, люди на дачу. На дачу. На пляж едут. Вон. А вон какая смешная. Как велосипед. Да, рейсинг кар. Какой это маленький. Вау, маленький рейсинг кар. Угу. Вон флаг. Вон наш флаг. Да, Валер. Высокий потолок достаточно. Так, ну что, где мы будем фотографироваться? Возле рейса? Это выемка, наверное, для сцепления. Вон, видишь, вот цилиндр тебе прям показали. Вырезанный. Вот он, как он работает.
Вот коллектор. Большой двигатель. А где масло? Вот генератор где, торчит. Где масло? Масло в самом низу. Поддончик сняли. Нет, вот здесь вот внизу. Видишь, там где дырки от винтика, вон внизу. Сняли его, чтобы было видно. Вон внизу. Вон. А, вот вот, да, вот там вот масло. Должно быть поддончики, я помню. Корыто. А это что за крутилка там? Это шестеренка. Вот такой энджин большой. Больше, чем вся наша машина, наверное. Ну, тут лесенки еще. Иди, иди, иди. Ряб. Тут различные силовые агрегаты. О! Какая эта маленькая машинка, это вообще супер. Ну посмотри, это просто. Детская, да. Да. Ой. Даже без этого. Вот. Single cylinder engine. А какой наш? А у нас нет, у нас более современная машина, поэтому у нас нет. Не выставлен наш мотор здесь. Ага, ух ты, такие. Вот это вообще классные. Спереди пассажир едет, сзади извозчик. Да, Валер? Отлично. Ой, какие, да, гляньте, какие кресла сзади. Смотри, нету. Угу. Ну, какой большой. Ну, пап. Ага, о, какие. Зеленая, длинная, длинная, длинная. А это вообще. О, посмотри на этот голубой. На этот голубой. Да, когда же такие ездили по улицам столицы Южной Австралии? Просто любопытно. А, какой вообще, почти ничего не осталось. Ржавчина все съела. Да. Так вообще и много как? Напоминает наш старый москвич сверху. Смотри на этот голубой, на этот голубой. А это Волга. Слушай, так это Волга наша русская. Где Волга? Ну похоже. Вот это? Крайслер, да. Racing car. Racing car, yes. Вон какой большой бас. Смотри, какой бас, Олег. Yes. Car. Racing car. What for? Oh. That's lovely green one. Look. Whoa! I wish I had that one. Metal. Yes, metal. Not any paper. Just metal. Caravan. Caravan. Old fashion. What's this? The same caravan. Caravan? Yes. Oh. Oh, which one do I don't have? Please have a seat. Have a seat. Okay. Yes, have a seat. Huh? Можно посидеть. О, можешь покрутить руль. Не надо знать. Это выставка тут старинных таких винтажных предметов обихода, а также тут есть такой, это музыкальный автомат, они притащили сюда. Валер, не нажимай. А здесь мы можем выбрать по годам. Тыкаем на год, и играет музыка, которая была популярна именно в этот год. С 50 по 59. Что-то такое играет. Да, вот он, музыкальный автомат. Да, я их таких, по-моему, и не видел живьем. Вот бар, барные стойки. Ну что, идем, Олег? О, это у нас... выставка мотоциклов. Тут и новые, и старые, все подряд. Угу. А здесь
Да? Для детей. Как же его садиться? Не надо садиться, Валер. Все, пошли. Вот так, после просмотра музея мы что-то решили скушать мороженое. Это айсблок. Айсблок. Ну идем кушать айсблок. В машину, да? Поедем дальше. Красивый. Красивый, да, конечно, красивый. Что ж, в музее будет некрасивое продавать, Валер. Осторожно. Трафик лайт, да? Трафик лайт почти. Да. Ой, что-то мы далеко ушли. О, смотри, тут машина из музея, по-моему, сбежала. Да? Да. Ой. Поехали. Вы уже в Маннум приехали, или в Маннам, как это считается? Ты лукаут, вьюпоинт. Едем туда, по указанию стрелки. Что-то интересное. А, вот он. Мауи Рива. Ух ты! Красиво, действительно, Валер. Сейчас выйдем, посмотрим. Вот, река и холмы. Вау! Красиво! Давай, выходим, посмотрим, что здесь красивого. Да. О. Вот это вот и есть Murray River, или Murray, как на русский манер, на европейский ее называют. Да, вот там даже моторная лодка это ездит. Ух, жарко, градусов 45, наверное. Я вижу радугу вон там. Ты радугу видишь? Ты опять свои эти праздничные очки одел, которые нам на день Австралии выдали, да? На стадионе. Смотри, как красиво. Давай еще туда пройдемся, Валер, туда посмотрим. Что там интересного. Идем туда. Давай, давай, идем, идем. Мои очки сами упали. Ну вот. То есть ты их не падал, они сами хлопнулись. Вот тут тоже есть такая азимутальная. Такая, я не знаю, что это. Башня. Или печка, судя по температуре. Да, ой, горячая, не трогай. Не трогай, Валер. Очень горячая. И вот во всей красе этот Мюррей. Вон джетти даже маленькие есть, там видишь где-то. Вон джетти. Вон теплоход большой плывет. Вон с этим там можно покататься, наверное. Вон теплоходы. Я хочу покататься. Вот это Мюррей. О, какая интересная. Посмотри, жесткие я такие. Хорошо, хорошо. Листики, посмотри, какие интересные. Ай, похоже, что снег попал на них. Да, снег попал на них. Снег попал на них, похоже. Ага. Такие беленькие. Но снег вот это главное, белый. Австралийская артерия. Можно сказать, австралийская Волга. Вон еще одни. Да, вот как на эту дорогу попасть, ты его знаешь. Сейчас будем пытаться пробраться, пробираться туда, точнее. Жарко, да, Валер? Прям солнышко село немножко, за тучку зашло, но все равно чувствуется, прям течет. Все равно жарко. Угу. Вот очень жарко. Да. Сколько градусов сегодня? Я думаю, что здесь гораздо жарче, чем в Аделаиде. Здесь, наверное, где-нибудь встанем или чуть подальше? Нет, мы должны пойти к катеру. К катеру? И вот, да. Собственно, эта дорога, она вдоль набережной идет. Видишь, вон набережная справа. Интересный такой город. Сейчас мы приедем туда и обратно, и где-нибудь там встанем. Да, и поедем на ней. Музей какой-то еще. Очень тихонько. Тихонько.
сейчас по набережной прокатимся. Вон там мы наверху были, Валера. Там как раз Юпоинт. Да, вот мы прибыли на набережную эспланады этой Murray River. Да, такой интересный джетти. Пародия на пирс, конечно. Ну что, идем там посмотрим. Мы еще не были на речном пирсе, Валер. Посмотри, как небольшие. О, да, огромные, да, гигантские просто. А вот на этих лавочках не представляю, как сидеть. Это для детей только. Идем, идем. Окей, заросли. Такая вода грязная, Валер, это не ожунка, как цемент. Вон ути-ути еще плавают. Такой грязный. Да, идем сюда посмотрим. Да, это, конечно, после океана. Совершенно не канает. Имеется в виду для купания. Be careful, идем. Иди. О, кормят лебеденышей. Иди, иди, Валер, быстрей. Be careful. Not enough time. What? Видишь, как кусается? Yeah? Be careful. Look. Look. Yeah. Oh, big one. Well, look at that funny thing. Oh, thank you. Now, how can I go on the bike? Watching. What a frog. Ага. Это вот что здесь водится. Смотри, сколько разных птичек водится. А? Видишь? Такой балкончик интересный. Угу. Это какая-то бухта. О, это настоящие птицы, птички или нет? Глянь. Да, это пеликаны настоящие. Смотри, большие какие. Ага. Вот мы настоящий паром видим для автомобилей. Вон машины заезжают, и все, и на другую сторону, или на другой берег Мюррея. Прикольно. А вот какая-то либо церковь, либо замок какой-то. Тут красивая. Вот тут какой-то парк есть с пляжем. Вон люди типа тарзанки. Прыгают прямо в воду. Ну, вода, конечно, мутная. Скорее всего, горячо, там градусов 35-40. Мы бы с Пузем не пошли туда купаться, да? Да, горячий. По-моему. Я тебе на этой пойти. А та не катается. Почему? Не знаю. Идем. А вон там катают. Угу. Мы прибыли в музей Маннум. И отсюда вход вот на этот вот теплоход, который, к сожалению, сегодня не работает большой. Пришли, посмотрели, нам дали расписание. В следующий раз, где-то через месяц. Тебе на маленький, когда могу. А маленькие не работают здесь, Валер, только в этом самом Murray Bridge. Ну что, Валер, идем. Поснимаем еще что-нибудь around. Открывай дверь. Пуш, 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 пуш. Давай, открывай эту дверь. Харья. Ой. Вот она, центральная улица. Или одна из них. В Маннуме. Сюда это церковь. Только какая? Ну, скорее всего, католическая. Вот так выглядит этот музей снаружи. Это, наверное, док или верх, не знаю. Тут, наверное, его ремонтируют, этот катер, пароход. Это старинный пароход, именно на пару. Двигатель с двумя колесами большими, вот он, гигантский такой. Ну, хоть
посмотрели, что это такое, Валер. Идем ближе к нему посмотрим и поедем. Идем туда. Валер, можно побыстрее? А потом поедем на ферри. На том ферри покатаемся сейчас. Угу. Да, на том ферри покатаемся. На пароме пересечем реку. Вместо парохода. Да. Вот он. Большой. Старинный. Сказали, что ему около 100 лет. Этому теплоходу. Фу, пароходу. Это именно пароход. Валер, именно пароход. С двумя колесами. Ты таких еще, наверное, не видел. Я видел когда-то в Ялте, когда был таким, как ты, маленьким. Идем. А вот паром, мы сейчас на нем поплывем. I guess. Папа, что? Пить нельзя. Воду нельзя пить. Мы в Таллинбен прибыли. Такой тут прям заправочная станция на обрыве находится. И вот это же самое Мари Уивер. Вон катается. Приехали в этот Old Tallinn Town, где все старое, там, как говорится, все старые машины, там все прочее, выставка. Нам что-то тут никто не открывает. А может быть, знаешь что, Валер, может быть, мы вот там зайдем, точно, идем. Идем, там старые трейны, какие-то машины. Вот, собственно, мы зашли вовнутрь. Пока что, кроме таких вот ворот старого образца, старых машин, ничего особого не ушли. Валер, давай, иди быстрее. Идем посмотрим, какой-то старый вагон стоит. Сарай. Сейчас глянем. Ага, мы прибыли в Стратлбин. Маленький таун. Ну, такой симпатичненький, да, жарко, да, здесь ну, очень жарко. Вдали от Ушенки, здесь очень далеко от океана. Тут очень жарко, Валер. Да. Да, Валера захотел мороженого, поэтому мы сейчас пойдем в этот Вуверс. Ice Block and Ice Cream. Каким бы он ни был маленьким, этот Стратлбин, однако тут вот есть такой же Вуверс. Иди, Валер, иди. Идем айсблок покупать и мороженое. Вот все как в больших городах. Ну что? Вот мои деньги. Хорошо. Идем туда. Прям. А замок какой здесь красивый. Вообще просто потрясательный. С часами. Может, мы даже туда пойдем, если батарейки хватит. Валер, выходи. А там бассейн, он виден. Вон бассейн с пресной водой. Стоп! Тут очень далеко от океана. Вот сделали бассейн для детей. Отдельный. Вон, и для взрослых. Валер, на Ушенке все равно вкуснее купаться, да? Нет, на Ушенке вкуснее. Вот такая вот река. Вон сколько попугаев сидит белых.